Всем привет! Показываю, как сделать вкусные макароны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Берете кусок мяса, свинины любую. Помидоры, болгарский перец режете мелко, добавляете лук, чеснок и макаронные изделия любые. Но обязательно надо все это вместе разжарить. Вот так получается, вот так обжариваем все вместе, получилось вот так. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик. Всем пока.